В библиотеке технического университета состоялась встреча ректора ИЖГТУ профессора Грахова с лучшими студентами вуза. Среди них стипендиаты президента и правительства Российской Федерации, победители многочисленных олимпиад, волонтеры и спортсмены. Ректор ИЖГТУ поблагодарил студентов за нелегкий, но упорный труд и подчеркнул, что все они являются золотым фондом вуза, а затем вручил собравшимся благодарственные письма. Встреча завершилась чаепитием и обсуждением насущных университетских проблем. Ректорат технического университета пригласил на традиционную пресс-конференцию представителей республиканских средств массовой информации. Перед началом мероприятия журналистов ознакомили с Центром истории ИЖГТУ имени Калашникова. В ходе последующей пресс-конференции ректор вуза рассказал о программе стратегического развития ИЖГТУ имени Калашникова. Мы по-прежнему нацелены на получение статуса Ижевского гостехуниверситета, значит, как опорного. Вы знаете, что Минобром принята программа, значит, создание вузов как центров пространства создания инноваций. Мы в ней принимаем участие, весь необходимый пакет документов мы в Минобр соответствующие даты отправили. Сегодня мы ведем активную работу с Удмуртской республикой. Значит, ну, есть внутреннее хорошее чувство, что все у нас будет хорошо. Ректор технического университета рассказал о подготовке к празднованию столетия со дня рождения Михаила Тимофеевича Калашникова, а также о своем визите на родину великого оружейника в село Курья Алтайского края. Мы подписали соглашение со средней школой о том, что, значит, ежегодно мы, естественно, приглашаем, значит, выпускников Куринской школы имени Михаила Тимофеевича Калашникова к нам в университет. И, в общем-то, мы дали гарантию лучшим из студентов, которые приедут к нам учиться, что они будут обучаться у нас в университете за счет наших небюджетных средств. В пресс-конференции принял участие бывший студент вуза, а ныне профессор ИЖГТУ Юрий Михайлов, один из авторов так называемого «бутылочного письма» будущим студентам Механа, послание из 1968 года, случайно найденного этой осенью при строительных работах в спортивно-учебном центре университета «Галёва».